Добрый день, наши уважаемые покупатели. Магазин Олимпия, город Екатеринбург, опять с вами. На сегодня мы просмотрим с вами одну модель. Это пиджак кимоно, как мы называем. Длина изделия 80-85 сантиметров. И которая представлена как на мне в легендарном принте леопард. И также мы приняли решение, потому что модель реально рабочая, очень удобная. Она представлена у нас вот такой вот принт, новый принт и изделие с отделкой тиграда. Видео обязательно на него будет. Итак, длина 80-85. Кстати, изделие сразу хочу показать. Оно будет шикарное и двустороннее. С обратной стороны это патина, потертое золото, а снаружи шубка в принте леопард. Мы уже с ними знакомы. Шкура идет меринос. Это Испания. Шкурка Испания очень мягкая, но в то же время эластичная, не коловатая и очень хорошо сидит по фигуре с великолепной теплоотдачей. Сразу хочу сказать, длину рукава мы немножко увеличили. Кто рос средний, чуть выше среднего, можете носить вот таким вот слегка клешоном. Видите, по стилю идет кимоно рукав. Но если вы хотите показать красоту и изящество данной модели, можно, конечно же, рукавчик подзагнуть. Мне всегда нравится на несколько сантиметров, ну или ростиком вы идете ниже среднего. Далее, очень удобно, что можно носить данную модель с поясом, можно без. И изделие на кнопках. То есть, когда вы получили изделие, вы можете, если чуть-чуть великовато по груди или по бедру, пока оно новое, вы можете слегка перешить на сантиметр, полтора, не меняя модели. Обязательно покажу под пояс. Смотрится просто шикарно. Кстати, пояс мы специально стали делать вот такой. С одной стороны также у нас идет патина, потертое золото, и с другой стороны леопардовый принт. То есть, если вы подвязались и где-то в ходьбе, у вас рукав гармонирует именно с проблескиванием пояса и смотрится все достойно. Английский воротник вы здесь можете слегка приподнять. Фиксаторы на воротничке есть и смотрится, конечно, очень-очень здорово и великолепно. Самое главное, это не только эстетическая ценность данных изделий, да, что они красивые, обращают на них все внимание, а самое главное, что они носибельные и удобные. Это приоритет нашей компании. Смотрите, пройма здесь идет снижена. Для любителей автоледи, да, для любителей в городском режиме тоже, пожалуйста, и можем работать на несколько размеров. Далее, при ходьбе у вас полочки расходятся, также изнаночная сторона гармонирует с отворотом на рукаве. Ну и, конечно, я хочу, как всегда, померить перчатки, потому что это в первую очередь элегантность. Но и посмотрите длину, высоту рукава. Одевая браслеты, часы, перчатки, вы всегда можете подчеркнуть, какой-то акцент сделать. И вот таким вот образом у нас уже будет смотреться элегантно с перчатками. Далее, здесь я вижу классическую обувь, да, сапоги, ботинки, туфли. Кстати, эту модель, эту дубленочку можно носить и ранней осенью, когда идет первое похолодание, почему нет. И, конечно, смешение стилей, джинсы, кроссовки, тоже запросто можете ее одеть, как меховым пиджачком. Очень удобно и комфортно. Ну и самая фишка, сейчас я, конечно же, убираю пояс. И с легкостью переворачиваю. Реально сусальное золото. Потираться шкура будет, накат будет, но оно будет эффект потертости, то есть будет смотреться еще более эффектно и благородно. Но это уже, конечно же, со временем. Далее переодеваю ее на другую сторону. Фиксаторы, кстати, здесь очень хорошо. Я люблю, когда фиксаторы есть в воротничках, потому что их можно выкладывать, как вы хотите. И вот таким вот образом уже смотрится стильный пиджак на другую сторону. Разрезов по бокам нет, они и не нужны, потому что сырье мягкое, чтобы не расходилось. Да? И теперь с обратной стороны мы можем также отложить рукав. Посмотрите, как здорово смотрится. И леопардовый принт здесь стилишный. Также все идет на кнопках, простегивается. И если хотите, можно одеть меховой пояс.
Стоимость изделия, еще раз проговариваю, 99 тысяч. Хороший ценник для эксклюзивного сырья. Вообще леопардовый принт на протяжении, в общем-то, многого-многого времени, это остается принт Dolce & Gabbana, да, то есть его везде используют в своих коллекциях, я всегда подчеркиваю. И это уже, я думаю, неизменная классика. Поэтому данное изделие, данный принт и вообще модель, она прослужит вам долгие-долгие годы. Но от вас, как всегда, мы будем ждать это мерки, объем груди, бедер и вашу ростовку. Не забывайте, что все-все наши изделия можно приобрести как единоразово, перечисляя деньги на расчетный счет, также в режиме онлайн можно оформить рассрочку без процентов и переплаты. На сегодня все. А я всегда говорю, что у ее мечты есть семья Олимпия, и мы идем дальше.